Аха, добрый день. Меня зовут Елена Куц, город Красноярск, мне 53 года. Вписалась на самогипноз, потому что у меня это получилось бонусом к школе устранения внутренних конфликтов. Очень интересные чувства, очень интересные итоги. То есть меня для себя открыло огромный мир, мир полный радости, возможности легко получать отдых, причем минут за 10, можно 15-30 максимум. Бывать на море, послушать шум ветра и при этом замечательно отдохнуть. И после транса ты ощущаешь себя полным сил и отдохнувшим очень легко, что прямо приятно. Поэтому идея зарения быстро, легко и быстро освободиться от усталости, легко и быстро закрепить результат, полученный на коуч-сессии, причем не просто его закрепить, а усилить. Это прям здорово. После такого закрепления там, в принципе, уже никаких космических проверок не страшно. Уже все легко и быстро проходит. И очень отличные результаты после самогипноза, когда ты прорабатываешь, например, утром встаешь, если тяжело встать, то можно прямо очень легко подниматься, послушав «Добрый день», послушав какие-то транс, или вечером, что когда ты спать ложишься. Можно легко договориться с внутренним болтуном, когда этот внутренний голос тебя что-то постоянно там тебя или критикует, или чего-то. То есть вот этот самогипноз, он прямо здорово помогает справиться с этим болтуном. Можно открыть себе при помощи самогипноза доверие к себе. Можно снимать стресс, можно расслабляться. Можно прислушаться к себе, к своему подсознанию, к своей интуиции. И хочется поблагодарить Павла Борисовича Колесова за огромную работу по созданию тренинга, потому что, ну, это нужно уметь делать, это нужно уметь людей вводить в этот транс, создавать позитивную программу, настрой того же на день. И это очень нужная современная поддержка для людей. Время сейчас очень такое бегучее, быстро все меняется, и мы спешим, мы торопимся, и не всегда есть время съездить куда-то отдохнуть. А здесь вот 15-30 минут ты расслабился, полежал, послушал шум моря, шум ветра, погулял в лесу там, в общем, неважно, где ты погулял в своем мире, главное, что ты снимаешь вот эту шелуху социума, снимаешь с себя вот эту перегрузку мозгов, ты расслабляешься и отдыхаешь. И после вот этого самогипноза у тебя ощущение легкости, бодрости. И ты, ну, обретаешь себя. И самое ценное для каждого
это когда я сам для себя в этой жизни ценен. И в этой повседневной суете мы забываем порой о себе. И порой понять не можем, что мешает жить в гармонии. А здесь все гениально, просто обретаешь себя, любишь себя, прислушиваешься к себе, к своей интуиции. И в это время, во время транса, ты понимаешь, что пусть весь мир подождет, потому что все-таки я ценность, я пришла в этот мир, чтобы радоваться, быть счастливой, быть любимой, любимой собой. Будешь себя любить, тебя любят окружающие. Поэтому кто хочет быть счастливым, идите в нашу команду. И в процессе получите замечательные результаты, которые, ну, по своей ценности не бесценны. Что значит хорошо себя чувствовать? Насколько это можно оценить? Насколько ты можешь оценить свою уверенность, свое обретение себя, обретение уважения к себе, может быть, даже уверенности в себе и понимание своей ценности. Вот сколько это может стоить. И когда ты сам меняешься, меняется весь мир вокруг тебя. Причем все происходит в лучшую сторону, и это здорово. Поэтому пополняйте наши ряды счастливых людей. И мы будем рады с вами сотрудничать, дружить и идти к отличным результатам. Всем спасибо, всем любви, здоровья, счастья.